Наша шумная компания. Что делаете-то? Чем занимаетесь? Так, тихонько. Егор, ты кого-нибудь стукнешь, ты так бесишься. Ой, кота не трогайте только. Вася, не трогай кису. Это упаковочная пленка от стиральной машины. В общем, у нас обнова. Ударилась? Нет. А по-моему, ударилась. У меня даже сердце замирает. Они безбашенные точно. Они сначала его по одному чпокали, потом ладошками, а теперь живот. Поехали. Всеми частями тела. Все, Миша, присоединяйся, Миш. Мишка чуть-чуть. Так, вы уже все балуетесь. А кто-то с ребенком водится, давайте. Да, чтобы он не мешал. Там Миша с папой машину устанавливает. Попросили под руку не снимать. Мы снимем потом, когда ее установим. А? Сегодня я не буду стирать уже. Наконец-то мама будет стирать в стиральной машине. Да, Миша пошутил. И не будет обтирать руки. Миша пошутил. Ой, у нас скоро будет чистое белье. Ну все. Все прочпокали-то? Нет, не все. Не все еще.